Анна Камалая Хефорс, основатель Академии Центр Света. Прямой канал связи с высшими силами. Проводник сознания в изначальной клетке памяти. Носитель чистоты Меркабах. Камалая раскрывает самые глубинные, тайные, живые знания, которые меняют жизнь каждого, кто соприкасается с этими частотами. При взаимодействии с ними, с вами на связь, начинают выходить божества высочайших сфер, сверхчастоты. От этих связей зависит любая жизненная ситуация, все материальные блага, благополучие во всех сферах жизни. Они начинают направлять, давать информацию, подсказывать и вести. Именно их явление в вашей жизни есть воплощение всех ваших планов и всех благ. Все ваши божественные сопровождающие вас силы – это ключи, коды, передающие доступ к глубинным слоям вашего интеллекта. Настоящие сверхчастоты, на которых живые знания становятся доступными, заместят твою реальность на самую совершенную ячейку памяти, где ты абсолютно счастлив и здоров. Необходима крепкая связь, чтобы развернуть целиком силу присутствия этих структур рядом с тобой. Именно от этого зависит все благополучие твоей судьбы, крепкое здоровье и успех во всех твоих начинаниях. Встречайте, Анна Камалая Хефорс. Приветствую тебя и приглашаю начать путешествие по клеткам памяти к той самой первой клеточке, которая умножилась и в зеркальных фракталах отразила себя повсюду. Именно она, совершенная во всем, священная клетка памяти, есть твое настоящее, подлинное, изначальное Я. То, что ты называешь домом Отца, сердцевина всего сущего. Ее живое присутствие есть чистота сознания целого, единого, всеобъемлющего и всеобъединяющего Духа. Ты начнешь мгновенно получать ответы на все свои вопросы. Это совершенные библиотеки твоей золотой ДНК. Прими уникальный метод пробуждения в прямом эфире живого присутствия твоего высшего супер-гипер-я первой проекции. Я ничего не меняю, не учу и не исцеляю. Я вибрирую чистоту, предоставляю свое тело для передачи живых знаний напрямую с мерности золотых сверхцивилизаций. Портал прямого контакта и передаю ключи, коды. Золотые цивилизации – это центральная вселенная, платформа создателя генетики изначального человека, сверхчеловека, Бога человека. Ты будешь слышать, видеть, задавать вопросы и получать ответы посредством погружения тонких тел в корабль Меркабах и перемещения их в изначальные чистые поля совершенного звука. Твоя аура будет мгновенно восстанавливаться из-за высокой частоты передачи энергии. Сущности старого порядка, которые использовали твое тело, служили по кармическим сценариям, препятствовали тебе жить так, как ты хочешь, покинут твое тело и более не вернутся, так как они тоже совершат свою эволюцию вознесения посредством поднятия частот. Я поведу тебя так, чтобы ты мог адаптироваться в новых частотах и принять всю свою силу сверхсущества до конца. С помощью инициаций ты будешь осваивать всю силу, необходимую лично для тебя, и перемещаться в сознании на частоту совершенного генома, сценариев самой счастливой, изобильной, успешной и процветающей жизни. Пришло время взаимного партнерства с сотрудниками Меркабах. Время осознанного перемещения в новую, совершенную реальность. Время союза тела с сознанием единого чистого Духа, который полностью позаботится о тебе. С безмерной любовью, Камалая.